Итак, всем привет. Установил я TV-Box Xiaomi вместо Tanix. Вот такой вот Tanix у меня был, T3X Mini A версия. Основной минус этого Tanix был, что пульт управления ловит недалеко, и нужно было прям сюда направлять, чуть ли не в метре быть от него, для того, чтобы им управлять. Второй минус этой приставки был в том, что если в режим ожидания выходишь, потом при загрузке он начинал жутко тормозить, то есть его нужно было выключать полностью, либо перезагружать перед использованием. В остальном он работает быстро, качественно, мне очень-очень нравится интерфейс, Android в нем полностью все, как бы, все отлично. Единственное, вот два недостатка у него было. И я взял себе, посмотрел много обзоров и все-таки взял себе Xiaomi TV Box. Вот он так выглядит, о котором сейчас пойдет речь. Не может камера настроиться. Вот. Установлен он пока здесь. Первое, что я хотел обратить внимание на что, это я купил по ошибке, не выбрал, да, торопился, по скидке покупал и не выбрал, какая розетка. То есть это International версия, но выбрал с вилкой европейская или английская, не знаю, американская вилка. В общем, теперь она у меня через переходник Go.com подключена. Второй момент — это кабель. Кабель, родной кабель сяомовский, он очень короткий. У меня установлен вот TV Box, да, здесь отдельно на компьютерном столе. И телевизор немного вдалеке стоит, вот кабеля все тянутся. Сейчас они косичку сплетены. Фишка в ней, что пультом управлять можно, он Bluetooth пульт, и можно управлять вообще, можно там под 10 подушек в чемодан спрятать, и пульт будет работать, управлять приставкой. Поэтому приставку можно спрятать за телевизор, да, то есть я ее закреплю где-то вот здесь, у меня есть пространство, и вместе с сетевым фильтром закреплю приставку. Здесь будет проведено два кабеля, один от Xbox и второй от сетевой питания. Здесь у меня питания нигде нету, и поэтому все проводочки идут сюда. Сейчас их вот насчитывается 4. Теперь же это все можно будет убрать, и если придет сетевик до момента, когда я буду выкладывать уже видео, то я добавлю этот момент. Далее проводочки стянем вот такой вот стяжечкой Ori на красного цвета. Я думаю, здесь на фоне этого всего оно будет выглядеть симпатично. То есть, конечно, лучше бы было черное, но поскольку сетевой фильтр белый будет провод, то есть если бы были все черные провода, то и стяжечка была бы черная. А поскольку там будет один проводок белый, один идти черный, то я думаю, красная стяжечка сделает контраст и будет немного симпатичнее выглядеть, чем белая и просто черная. Скажу, что у приставки, сразу скажу, есть и много плюсов, и много минусов. Я буду сравнивать ее с вот этой приставкой Tanix T3X Mini, потому что это последняя приставка, которая у меня была. Она мне очень понравилась. Тут 2 гигабайта оперативки, 16 гигабайта внутренней. Вот. И достаточно он мне нравился и по быстродействию, и по всему. Единственные, ну, два минуса, которые я уже озвучил, это то, что пульт плохо очень работает, и очень она тормозила, если ее в режим ожидания выключаешь, да, то есть просто попользовался, выключил, не полностью выключил, а просто в режим ожидания, и потом, когда загружаешь, она очень дико тормозила, и поэтому я уже в обзоре на нее, на эту приставку, я рассказывал об этом, об этих моментах. Вот, но я и пользовался, я просто поставил выключение, приставка выключалась, и перед включением я там минуту ждал, да, то есть когда перед тем, как использовать, я ее включал, и она минуту загрузилась, и все. На FOPDA я не лазил, и думаю, что, наверное, уже можно найти какую-нибудь прошивку, где эту проблему устранили, но я не лазил, потому что долго не пользовался этой приставкой, а уже пришла Xiaomi-шная. Вот, ну, работает все очень быстро. Вот эти вот рекомендации, да, то есть, но основной минус этой приставки, я выложу, как бы, внизу ссылку на инструкцию, по которой я ее настраивал.
она очень долго настраивается. То есть, допустим, если с этой приставкой здесь все логично и просто, здесь можно установить вообще за 2 секунды, установить, там есть браузер Chrome, можно установить любое приложение, даже не с маркета, а стороннее приложение. Вот как, допустим, HD Video Box, я им пользуюсь постоянно, я купил даже это приложение, вот, и оно мне очень нравится для просмотра фильмов. На этой приставке это очень легко устанавливать. Здесь мне пришлось помучиться, я перебрал, наверное, с десяток браузеров. На Xiaomi-шной приставке нету Chrome, то есть браузера Chrome нету, и приходится пользоваться вот подобными якобы Puffin TV. Другие браузеры, я перебрал, наверное, штук 5 браузеров, я не мог ни на одном скачать ничего, просто были ошибки, оно якобы пыталось скачать, якобы нет. Вот этот Puffin браузер, он тоже очень жутко неудобный, он, ну, не знаю, какие люди его изобретали, но это какие-то дегенераты были, ну, это мое мнение, то есть, простите меня, пожалуйста, люди, которые относятся к этому браузеру, но реально вы вообще, как бы, сотворили не пойми что. Далее я нашел более как бы удобный браузер, сейчас мы его найдем, как более удобный, тоже отстой, но который мне помог скачать, вот так вот он выглядит, очень печально, конечно, вот это вот все, это, ну, я не знаю, для каких людей, может люди, которые изобретали, считают, что это действительно будет удобно для людей, которые пользуются TV-приставкой, и браузер создан специально для TV-приставки, но лично мне удобно пользоваться Chrome, обычным Chrome, как я привык, то есть, вот, видите, в закладке у меня FOPDA, то есть тут все выстроено в ряд, я, наверное, потратил, наверное, дня в общей сложности дня 2-3 для того, чтобы более-менее настроить, чтобы здесь все работало, как я хочу. Да, приставка работает быстро. Вылетало у меня что-то пару раз, буквально вылетало. Да, то есть, ну, в этом отношении все как бы быстро работает, быстро грузится. Давайте посмотрим. Вот мы загружаем страницу. Ну, это не браузер, это какое-то вообще не пойми что. То есть, вот. Ну, грузится относительно быстро. Вот такая вот курсор тут летает. Must have для приставок. Давайте выйдем. Вот, при том, что вы, если заметили, когда мы в этот браузер заходим, он уменьшает экран. То есть, смотрите, все полностью, грани видны, грани, вот, конечные грани, то есть все полностью на телевизоре. Когда мы переходим на какую-нибудь страницу, так, все, она уменьшилась, и вот здесь черные полосы, то есть появляется черная рамка. Я не знаю, что это, как бы, но это очень-очень некрасиво. Вот, в итоге я, естественно, благодаря форуму FOPDA, я спросил в чате нашем, в телеграм-канале, в чате China Goodbye Chat, вот, и он мне скинул инструкцию на FOPDA, то есть, если вы купили приставку, да, что нужно делать. Ну, там статья небольшая, но, как бы, она мне очень помогла, потому что я начал понимать, как двигаться дальше, потому что здесь интерфейс, оно все не так, как я привык, как в обычных TV-приставках китайских. И вот, давайте пойдем в настройки. То есть, ну, настраивал ее реально. У меня нет времени этим заниматься. Если бы у меня было свободное время, я думаю, часа за 2-3, сидя вот так перед монитором, ну, за 3-4, скорее всего, за 2-3 нет. Можно настроить ее под себя и все. И потом не заморачиваться, пользоваться ей в свое удовольствие. Но я прихожу как бы вечером, поздно, у меня ребенок, у меня жена, и у меня нет времени, плюс телевизор, ребенок смотрит там мультики, допустим, и если папа садится клацать что-то тут настраивать, это, естественно, неинтересно, вот, и приходится ждать, ребенок уснул, и потом ты полез клацать, ну, настраивать это все, естественно, ты уже изнеможен целый день. Работал, вечером пришел, как бы, ну, приставка, я считаю, она недоработана для людей, которые, особенно она стоит таких денег, то есть за эти деньги можно было какой-нибудь, да, то есть, ну, как-то полегче, что ли, сделать в плане настройки и попроще. Хотя бы браузер, я не понимаю, почему здесь нельзя установить браузер, но вот Google Play его вообще нету. Вот, Google Play тут нестандартный, и для того, чтобы установить, ну, можно здесь установить стандартный Google Play, но ее нужно рутовать,
нужно там кучу функций сделать, и человек, который, допустим, там не сталкивался с этим, он в принципе разобраться может, но он на это потратит много очень времени, ну, с, конечно, с риском окирпичить приставку. Но зачем это надо? То есть вот тут вот это вот Google Play, да, давайте здесь есть фишка такая, как управление голосом, давайте найдем Chrome. А, желатин нашло. Chrome. Вот, давайте ищем Chrome. Вот он ищет. Chrome, он нам нашел миллион мультиков, роликов, где используется слово Chrome. Но вот сам браузер Chrome не нашел. Давайте пойдем в саму Play Market и введем... То есть скажите, что вы хотите найти. Давайте. Chrome. И опять возвращаемся сюда. То есть так не нашли. Хорошо, давайте попробуем не сказать, а ввести. Вот, по поводу клавиатуры. Клавиатуру я настроил. Клавиатура в всех приложениях установлена другая. Там есть, можно переключиться на украинский, русский язык. Я ее устанавливал, там столько попробовал, очень много всего перепробовал. В итоге установил, и она появилась. Но в Play Market русского языка как не было, так и нет. То есть, и как его здесь установить, я не знаю. Давайте посмотрим. Chrome. Обычный запрос, результатов нет, браузера здесь нет. Давайте посмотрим в другом приложении нашу клавиатуру. Вот, клавиатура. Клавиатура у нас называется LeanBack. Вот, допустим, в любых других приложениях, кроме Play Market, есть клавиатура. Я ее установил с горем пополам, еле нашел ее, как установить. Устанавливала она, почему-то не устанавливалась. И где-то после там очередной перезагрузки она все-таки появилась, эта клавиатура. И вот она, русско-украинская. Есть украинские буквы И, И, Г твердая. Есть Э, Е. Вот, русские буквы все есть, твердый знак. То есть вся, как бы, все буквы есть. И вот переключаемся на английский, есть все английские буквы, то есть в этой клавиатуре, ну, более-менее нормально, то есть этой клавиатурой можно пользоваться, она удобная. Плюс одна из фишек, которая мне понравилась, это приложение можно установить на телефон, клавиатуру, и пользоваться с телефона, то есть можно вообще в принципе управлять полностью приставкой с телефона, очень удобно. Есть приложение тоже будут в этой ссылке на FOPDA, там все эти приложения описаны, и как бы все удобно. Давайте посмотрим дальше. То есть приставка, если ее выключить, вот допустим, мы выключили ее, включаем, если через час, через два, через сутки вы заходите, она включается, она все быстро, если ей не пользоваться, она включает заставку и как бы красивые картинки. Вот заставка, о которой я говорил, это поддержка Chromecast, тут есть у нас, видите, написано, и картинки меняются, картинки с подписью, что это, где это, кто автор, и показывает время. Интересная штука, вот в режиме ожидания приставка вот такое вот показывает. Пойдем дальше. Приложение YouTube. YouTube работает быстро, 4K показывает, все отлично, как бы, но у меня в приставке Tanix все работало, и каких-то там визуальных различий, как бы, да, в картинке я не вижу вообще. Есть люди, которые там замечают какие-то это мелочи, это профессионалы, которые с этим работают, с этим сталкиваются. Допустим, если у меня там друг, он рисует в 3D там и постоянно с этим сталкивается, там Photoshop, еще что-нибудь, и он может это заметить. Для моего глаза какое-то там, ну, вообще ничего не заметно, то есть возможно какой-то разницы и нет, то есть профессионалам я пока картинку не показываю. Вот я запустил приложение, и что-то пошло не так. А, загрузилось. Почему он не играет? Вот такие вот приколы бывают. Иногда она работает быстро, моментально все, иногда вот такое вот происходит, и не пойми, что это вообще происходит. Ну, я ютубом, у меня есть ютуб на телевизоре, поэтому я им редко пользуюсь приложением, но оно как бы работало без проблем, видать, видите, все заработало, все отлично. Давайте звука добавим. Убираю звук. Кстати, кто-то там когда-то, я обозревал одну из приставок, A95X, смеялись, что у меня в чехле был пульт.
Вот, смотрите, с этого пульта я пленку не снимал, так как, ну, я вначале ее снял, а потом мне посоветовали не снимать ее или купить чехол для пульта, потому что такой пульт уже я вряд ли смогу купить, если с ним что-то случится. То есть я не знаю, насколько это правда, но вот советуют люди, у которых давно приставка, они советуют все-таки пульт беречь, потому что, да, можно управлять с телефона, но если, допустим, сломается пульт, и нужен будет пульт, то его уже вряд ли получится купить. Далее, давайте посмотрим фильм какой-нибудь, включим HD Videobox, я установил LANET, Torrent Stream, Player, Lazy IPTV, то есть проводник установил, то есть приставку я не рутовал, я могу это сделать, то есть я не один раз телефоны рутировал, то есть много через меня телефонов пришло, которые я и рутовал, и перепрошивал, и что угодно с ними делал, но у меня катастрофически не хватает времени. Я, допустим, сейчас последний раз мне, когда прилетело обновление на мой Redmi 3S телефон, я после обновления пришлось его перепрошивать, и это так заняло, ну как бы в принципе вся процедура заняла около полудня, это было перепрошить заново, потом рутовать, потом установить все приложения. И это как бы нужно время. И для людей, у которых есть свободное время, поиграться в принципе можно. У меня, к сожалению, его сейчас не так много, и поэтому я уже перестал любить эту тему, да, то есть раньше было интересно поколупаться, там, вот, окирпичил телефон, полез внутрь, отпаял батарейку. Ну, это со старыми планшетами такое часто было. Вот, сейчас у меня, к сожалению, нету интереса, но отпал интерес, потому что есть другие интересы, есть ребенок, которому нужно больше времени посвящать. Ну, ладно, давайте не будем о грустном, давайте LANET TV я поставил, это, я так понимаю, украинский какой-то, украинское приложение с украинскими каналами, здесь их не очень много, но IPTV какое-никакое есть, какой-то вот фильм есть, все работает, как вы видите, быстро, моментально загружается, вот, все, мы вышли полностью, не ту кнопку нажал. Давайте еще раз посмотрю. Остался на том фильме, который был. Вот. Давайте вот. Прямые трансляции студии LANET. Интересно, что это? Welcome Kyiv. Вот. Картинка неплохая, как для IP-телевидения. Есть тут HD, я так понимаю, TV. Можно его где-то здесь найти. В списке. Вот, HD. Он вам подключит HD каналы. И давайте какой-то бойцовский посмотрим на это. Что-то вообще мигает какое-то, что-то на канале у них происходит, и он пошел грузиться. Давайте домашний затышек. Вот это вот канал домашний затышек. Я круглые сутки крутят вот этот костер. То есть можно как заставку использовать. Включили, и костерчик горит такой красивый, вечерний. Этот. Ну, мне это очень сильно понравилось. Ну, приколола такая возможность. Конечно, я не пользуюсь. Потому что если телевизором не пользуюсь, то лучше его выключить вообще. Вот, ну давайте интер еще глянем, что у нас тут по интеру идет. Ну, все отлично, старый фильм, немного обрезан, но по значку можно понять, что это все на весь экран. Это не телевизор обрезал, а трансляция так идет. Вот, старый фильм. Ну и давайте последнее посмотрим, HD Video Box. Вот, загрузился быстро, давайте мотнем что-нибудь, да. Это мое любимое приложение, которым я смотрю фильмы. Фильмы, мультики здесь, вот мы, можно, история сохраняется, что мы смотрели. Вот вчера мы с ребенком смотрели «Кота в сапогах», давайте его и посмотрим. Выбирает, он ищет на разных каналах с фильмами, какое есть качество, здесь можно его выбрать. Ну, давайте вот, допустим, «Moonwalk» запустим. Вот, все работает. Давайте еще что-нибудь посмотрим. Так, сериалы давайте зайдем. Я сюда в эту рубрику никогда не заходил, но тем не менее она есть. Я надеюсь, YouTube меня не забанит за это.
мотнем чуть-чуть. Откуда столько крови? Итак, резюмируя. Резюме будет построено на опыте, который уже у меня есть. Это в сравнении с Tanix T3X. Плюс, единственный плюс у Mi Box, у приставки Mi Box по сравнению с этой приставкой, это пульт. Пульт работает отлично, никаких претензий. И пристав Мишный TV Box я оставляю себе, буду им пользоваться только из-за пульта. В остальном нет смысла покупать эту приставку, переплачивать деньги. Я не понимаю, за что они берут такие деньги, если она так хреново работает и ее очень сложно настроить. То есть из коробки вам нужно потратить еще уйму времени для настройки ее. Да, вы настроите и будете пользоваться ей. И будет как бы, да, один раз настроили и все. Но, допустим, тот же минус, который есть у этой приставки, что после режима ожидания, долгого режима ожидания, длительного, приставка очень сильно тормозит. Та же ситуация и с Mi Box. То есть через 2 дня он у меня не то что тормозил, он у меня не грузил YouTube, он у меня перестал воспроизводить звук. Перестала приставка, и после перезагрузки эти проблемы исчезли. Но вот здесь все намного проще, намного меньше. И если бы я знал, имел те знания, которые сейчас у меня есть, я бы ни в коем случае не купил Mi TV Box. Я бы полез внутрь этой приставки, нашел бы эту решетку, которую советуют отколоть на инфракрасном порту, что я как бы и сделаю. Просто бы перепрошил или посмотрел бы на форуме, как справиться с этой проблемой, потому что она после длительного режима ожидания, она так тормозит, и все, я бы пользовался ей, она отличная приставка, и в сравнении, как бы, вообще никакой разницы в быстродействии я не заметил между Mi Box и Tanix. То есть, и если вы уже имеете какую-то приставку, если у вас такие мелкие проблемы, как были у меня, то лучше почитайте, погуглите на форуме, как исправить эту проблему, и уже только потом задумывайтесь о покупке Mi Box. Если вы какой-нибудь другой бокс хотите, я не знаю, то есть можете как бы задумываться раньше. Но вот если сравнивать с Mi Box, я не вижу смысла вообще его было покупать. Вот, и имея тот опыт, который есть у меня сейчас, я бы ни за что в жизни не купил бы этот Mi Box, я бы полез и настроил бы все-таки этот. Вот, конечно, есть люди, у которых нету вообще приставки. Я им не советую смотреть в сторону Mi Box. Я думаю, можно найти более дешевое решение с Bluetooth управлением. Либо просто поискать приставку, где по отзывам не будет проблем с отзывчивостью пульта управления. Говорят, M8X есть приставки, там много разных приставок, решение по $30, которые будут с хорошим пультом и довольно неплохим железом. Там 2.16 для приставки это вполне. И которые не будут с такой геморройной операционкой, чтобы будут с более простой. Где же ж я пока настроил, хотел уже несколько раз плюнуть на эту приставку, продать ее и вернуть обратно Tanix. Но поскольку я все-таки домучил ее и настроил, и вроде бы она как бы все работает, плюс единственный плюс это тот пульт, который это мне очень нравится, что пульт работает из любого угла комнаты, плюс есть голосовое управление, я ее оставляю. Эту же приставку я буду попробую установить родителям, я ее буду подключать не к телевизору, а к монитору, если у меня получится. Попробую почитать на форумах, что делать с проблемой, когда после длительного простоя, что он тормозит, если не решится этот вопрос, просто будет выключаться у них эта приставка. Об этом я сниму отдельное видео, если у меня получится. Все, в принципе, у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!